Итак, команда готова у нас на живой раунд. Команда пишет удачи. Один чувак стоит на Т-респе, ФКшит. Ножи уже проходит без него. Все, кажется, он отвис. В Ватабе сидел, сволочь. В любом ВКонтакте писал девушке, извини, у меня игра. Уже сейчас не успокоит. Я уверен. Все. Нет, не все еще. И Стекер выигрывает на живые, как раз АФКшным человеком. Перезапуск сервера. Команда думает оставаться им за террористов. Остаются за террористов. Перезапуск сервера. Так, у нас пистолетный раунд. Между командами ВГ и Секер. Команд по 10 тысяч, сейчас опять перезапустится сервер. Небольшая проблемка. Продолжается игра. Итак, первый пистолетный раунд. Видим, что атака террористов у нас идет на Б-плент. Два человека занимают Б, один мид, один, два также стоят на А. Бомба скидывается. Замечает первого, король Джулиан. Дает минус. Перетяжки нету. Бомба бежит. Человек под ником Космос стреляет зигзагом. Бомба стоит. Два КТ уже у нас это проходит через Кичен. СНК дает минус голову, минус два. Один, два в один ситуация. И Секер берут первый пистолетный раунд. Видим, что КТ делает полные. Полный эк-раунд. Делают стак под А. Рашат рампу. Выходит через яму на Т. Космос дает минус. Его забирают. Question забирает его. Но бомба несется на Б. Один в тауре стоит, один. Заходит на Б с бомбой, бомба плентится. Даг дает минус по Деннису. Даг дает второй минус по квещену. Минус даг. Ченника подбирает девайсы. Ченника 6 хп, я думаю, ему лучше уходить на сейф, что он как раз таки и делает. Но его догоняют и дают минус по нему.
Команда BMW 2. Найс! Невер возвращается за бомбой. Бомба опять идет под Б. Два чувака зависло. СНК делает уже 3 минус, минус 4. Так, у нас перезагрузка сервера. Релок сервера. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Своим компуктером нельзя, к сожалению, Darkers. И подключаются игроки.
Итак, поскольку у нас не завершились первые 5 раундов, игра переигрывается заново с пистолетного раунда. Так, как видим, команда террористов атакует Plant B. Кочем контроль от окно. Король Джулиан идет на зигзаг. Контролит ковры. Минус от Дениса, минус от Словака. Перестрелка на миду, перестрелка на Б-понту. Минус Денис. Перестрелка на миду никак не может закончиться. Дак забирает все же квещена на миду. Словак дает также минус на шкипера. Дак перетягивается. Чейн уже дает минус на Б. Перестреливается, но его забирает сбоку Дак. Первый раунд опять уходит к эссекерам. Скорее всего, история повторится с первыми тремя раундами. Также видим, что в ВМГ делают опять эко. Фулл эко. Эссекер закупаются на фармганы. Опять атака под Б-плент. У ВМГ стак на А. Перестрелка на миду. Космос дает минус по Денису. Парни бегут через Т-респ. Один чувак у нас стоит в Т. В коннекторе. Бомба у нас куда-то спряталась. Она идет почему-то на А. Нет, вру вам. Простите, простите. Бомба поставилась. Также второй раунд уходит у нас в копилку эссекер. А то, я помню, что ты как бы купил тебе это, там же диски были. Где валять? Так, второй эко-раунд от VMG. Атака уже на этот раз идет под Upland. Раскид от плента под смачки. Три человека у нас стоят на Б. Эссекер уже раскидывают А. Забирают... Дак забирает шкипера. Забирает также квещена. СНК забирает короля. И Словак забирает Дениса. Изи три раунда для эссекер. Посмотрим, что нам ВМГ покажет на первом бай-раунде. Король Джулиан покупает у нас АВП. Король Джулиан. I like the movies, movies. You like the movies. Как видим, у нас бомба идет на мид. Зачем только непонятно. Скорее всего, сейчас будет раскид мида. Король Джулиан контролит все же с Б, контролит ковры. Словак дает минус по Денису, Дак дает минус по Чейню в коннекторе. Находит он короля Джулиана. Джулиан минус дает по Даку. СНК забирает уже двоих на А-пленту. Бомба ставится на А. Посмотрим, удастся ли Джулиану засейвить. Нет, ему не удается. И его забирают АВП. Nevermore. Дропает авик Даку. Немка дропается слот. Nevermore. У нас волевой раунд от VMG. Посмотрим, что они сейчас придумают. Дак промахивается по королю Джулиан. Дак завис. Стоит в коврах. Раскидывается Upland. А так идет полностью на B-плент. Квещен дает минус по СНК. Видит бомбу, его не забирает. Космос забрал его, Квещен. Шкипер играет на Макс 7, пытается. Взял муху, сменил девайс. Видит жопу Дака.
и не попадать в него. Дать минус по космосу. Шкипер пытается стреляться с зигзагом. Дает минус по даку, но на Эверморова забирать на размене. 5 раундов для Эйсекер. Итак, поскольку у нас был форс от VMG, парни уже из команды Секер открыли Upland. Бомба ставится на А. Дак контролит КТ. Невермо стреляется зигзагом. Парни из команды VMG пытаются засейвить девайсы. Броню 5-7. Парни из команды Секер находит квещена. Денис дает минус по словаку. Даю второй минус по даку. Может забрать девайс и засейвить на следующий раунд своим ребятам. Квещен. Нет, не забирает он Эвермора. Уже 6-0 в команду Секер. Они работают за команду террористов, за слабую сторону на этой карте Мираж. Так, мы видим, ребята полностью контролят карту с командой Секер. Космос пытается найти кого-то в окне. Подсадка в окно. Прострел от Дака. Словак забирает в окне. Чейн забирает космоса. Невермор забирает чейник. Словак находит на КТ квещена, но квещен его разменивает. Шкипер дает из маг 7 минус. Парни уже атакуют Upland. Находит шкипера. Минусует его в яме. Подбирается бомба у нас. Дак пытался пройти, но квещен его забирает. Один на один остаются ребята. Квещен находит Невера. И это первый раунд в копилку VMG. Как видим, ребята придется давать дроп из команды Секер. Сколько космоса не было бая. По-моему, табуляция. Видим, Дак дает дым на голову, дает молотов, непонятно куда он. Шкипер занимает яму. В агрессивную позицию стоит, но у нас атака идет уже на Бэпленд. Слабак вырывается через окно, идет на зигзаг. Его не забирает. Квещен забирает Невера. Словак забирает Дениса, СНК забирает квещена. 4 в 3 ситуация. На шарте уже свой человек. Космос находит короля Джулина. Очень плохой спрей. Чейник забирает космоса. Шкипер перестрелка на миду с окном. Дак забирает шкипера. Два в одного ситуация. Я бы посоветовал чейнику идти сейвить, но его забирает из СНК. И VMG придется делать опять же эко. 7-1 в пользу команды Секер. VMG ведут.
ведут себя очень плохо на команде Мираж. Посмотрим, что у нас. Ребята контролят полностью мид. СНК забирает Джулина. Космос делает минус 2. Прыжки и перехвачения. В это время Космос прорывает коннектор. Так идет на апленд. Денис будет сейвить. Сейвить армор, сейвить 5-7. 5 в 1. Ситуация, бомба пока еще не стоит. Бомба поставилась. И я думаю, что ребята из команды Секер будут искать последнего. Так, Денис нашел Дака. Перестрелка между 5-7 и Тек-9. И Дак забирает этот раунд в свою копилочку. 8-1 в пользу ВМГ. Так дарит дроп из СНК. Либо просто не скликнул. Так, продолжается у нас атака на помиду. Пока что проходит атака. Шкипер дает минус Макс 7 на дальней дистанции. СНК разменивает его. СНК 4 хп, ему надо уходить куда-нибудь вглубь. Дак играет на АВП, он стоит у нас на стуле. Контролил Зигу. С ножом отходит за белый. Контролит коннектор, и атака у нас развивается под Б-плент, где у нас уже стоят Денис и король Джулиан. Космос забирает Дениса. Король перестреливается, но короля забирает СНК. Квечен идет в спину, сможет ли он забрать Дака? Забирает Дака. Может засейвить АВП. Что он и делает. Ребята пытаются нашить, прострелить его. Но Квещен уходит далеко-далеко на сейф. СНК пытается найти его. Квещен промахивается. Засейвит ли Квещен АВП? Нет, все же не засейвит АВП. 9-1 в пользу команды Секер. ВМГ плохо-плохо проявляют себя за ТКТ сторону. Форсбай от команды ВМГ. Чайник все же ничего не купил. Или все же он чайник. Скорее всего. Чайник ничего себе не купил. У него не варят чайник сегодня. Дак дает минус по квещену. Смотрим за Даком, у него 10 хп. Его разменит Денис на шарте. Денис берет калаш в свои руки. Король пытается разменять на голове. Ходит на КТ, Невер. Забирает шкипера. Король Джулиан вешает хороший хедшот по космосу, но СНК забирает его. Словак контролит окно и забирает Денис в окне. 10-1 в пользу команды Секер. Так выглядит счет. Делают волевой бай все же команда ВМГ. 5 арморов. Макс 7 от шкипера. Космос тем временем уже дает минус по шкиперу, который был с мухой в окне. Квечен дает минус по космосу, забирает ВП. Ha ha ha.
Понял, Кирюх? У нас люди под скучно не работают. Понял? Контролит ковры, да, это первый минус. Идет перетяжка на Бэпленд. Шки перейдет на Зигу. Тем временем Невер ставит бомбу. Контролит зигзаг. Дает дым в окно, чтобы к нему не выпрыгнул человечек. В это время чайник контролит Форест. Невер забирает шкипера на Зиге, но чайник забирает его. 10-2 в пользу команды VM Esaker. Два раунда это слишком мало для КТ стороны. Чайник будет давать дроп шкиперу, скорее всего. Продолжается игра. Смотрим, что у нас по атаке. Атака продолжается у нас на... Продвигается на Б-ковры. Два человека стоят. Дэнни стоит в закрытой. Смотрим за ним. Забирает космоса, но Словак разменивает Денниса. Атака идет на Б. Минус квестчен. Король стоит закрытую. Так, забирает его. Невер забирает чайника. Последний человек у нас остается в зелени. Его сейчас, скорее всего, разменяет Дак. На нож! На нож! Да, забрал Дак на нож шкипера. 11-2. В пользу команды Esaker. Очень хорошую атаку они проводят за Т-сторону. Этот нож будет давать минус по морали ребятам. Квестчен контролит окно. Идет атака у нас на Апленд. Неви постреливает единицу. Чайник забирает, шкипер забирает космоса. Шкипер дает уже минус 2. Невер забирает шкипера. Невер забирает одного, чайник разменивает его, Невера. 3-1 ситуация, СНК с ВП. Уходит под Б. Уходит на мид. Это контролит бомбу. СНК выход через коннектор. Не услышит, нет, не услышит его, чайник минус. Король Джуниан забирает СНК. 11-3 в пользу команды Esaker. Подбирает дропа. Последний раунд за Т-сторону. Смотрим, смогут ли VMG взять камбэк за Т-сторону. Дак покупает скорострелку. Дает минус по окну. Проходит дальше, дает смог на шорт. Шкипер забирает его через коннектор. Космос продвигается через А-ковры. Атака идет на... Атака идет через коннектор. Шкипер минус Невер, чайник минус космос. Словак разменивает шкипера. Выходит на коннектор, уходит обратно. Зелень его уже контролит Деннис. Чайник контролит. Забирает зелень и СНК. Словак уходит дальше с бомбой. 3-1 ситуация. Сможет ли забрать он себе 12-й раунд? Стоит за белым, видит Зигу. Но Деннис дает хороший хэдшот по Словаку. 4-11 в пользу команды Esaker. Смена сторон. Ребята в чате у нас прикалываются.
это зачем-то дали минус своим. И первый раунд в пистолетном раунде уходит команда VMG. Просто пауза от команды из Секер. Сейчас будет пауза, игра приостановлена. Непонятно зачем на пистолетном раунде команда Исекер убивала своих, но так, значит, виноваты сами. Продолжается игра. VMG делает атаку под Б плент. Невер один встает на Б, контролит окно. Но нет, ребята медленно выходят через мид, через туннель. Контролит окно, пытается пострелить. Question? Нет, не находит его. Денис контролит Б. Ребята втроем встретились уже в окне. Дак уходит в зелень вглубь. Команда VMG атакует апленд. Потому что у них получится. Денис ищет вверх-низе человечка и забирает его. Апленд ставится на А. Словак уходит на КТ, будет, скорее всего, выбивать девайсы, пытаться брать этот раунд. Давайте минус по морали. Видит человека на коврах, но не убивает. Шкипер хороший, хедшот вешает по Словаку. 11-6 пользу команды Исекер. Продолжается у нас игра. Закупается команда в VMG. Будет ли это камбэк? Команда Исекер покупает Дигл, Арморы, Фамос даже появился у Невермора. Невермор подходит под Б. Здесь уже помогает ему Космос. Атака А идет через ковры. Идет на Б. Космос дает первый минус. Джулиан разменивает Невера. Контролит Зигу. У него остается 5 хп, Деннис дает минус по Даку, СНК дает минус по Деннису, Квейчин дает минус по Космосу. Чайник забирает у нас СНК, и это, скорее всего, будет 7-й раунд команды в VMG. Словак пытается прострелить, но нет, Джулиан забирает его. 7-1 счет, 7-11. Третий эко от Исекеров. Третий раунд и, соответственно, эко от Исекеров. Что здесь сейчас у нас покажет VMG за атаку? Может быть, это уже камбэк? Раунд начался, но ребята почему-то стоят. Наплачиваем там кому. Так, продолжается игра. Почему-то раунд немножечко запоздал. Ребята стояли на респах. Атака опять идет под Б-плент. Где у нас уже контролится Космос. Король Джуниор дает минус по СНК. Хорошо вешает с Фамосом. Словак вылетает с сервера. Атака идет под Б-плент.
чайник не размеивает Невра. Бомба ставится на Б-планете. Также у Дака 200, П-250 и первый арморчик. Король Джулиан контролит окно. Пытается забрать Дака. Сможет ли это он сделать? Да, у него это получается. Космос дает хороший хедшот по Деннису. Невер пытается атаковать через ковры. Но уходит. Пытается пострелить. И у меня релок на сервер. Будет перезапуск сервера.
Итак, продолжается у нас игра со счета 11-5 в пользу команды Исекер. Либо все же это будут пистолеты. Значит, 11-4. Так, опять атака идет под Бэплэнд. Деннис находит Невера. Деннис выпрыгивает в окно, пытается выпрыгнуть, но шкипер все же первым забирает Невера. Словак дает хороший хедшот по шкиперу, Словак дает второй хедшот по Деннису. Но чайник разменивает Словака. Космос дает хороший хедшот по Квещину. Забирает бомб-плент. И первый раунд уходит в копилку VMG. И счет становится 11-5. Так, атака развивается под апленд, под бэпленд, извините. Видим, что у нас 5 человек заходит в ковры, идут на шифтах. Что же они придумают? 3 человека спускаются в подвал. Денис контролит ковры. СНК контролит ковры с Макс 7 ближним. КТ поджимает их уже с теровской респы. Словак забирает чайника, Денис забирает Словака. Король Джулиан подбирает дроп. СНК забирает Джулина. Невер забирает с Макс 7-го Денниса. Невер делает второй минус по квещену. И это 2-0. Или 11-6 в пользу команды VMG. 11-6. Продолжается у нас игра. Счет 13-4 в пользу Исекер. Команды поменены сторонами. На сервере небольшой лаг. Исекеры играют за КТ сторону, VMG играют за Т-сайт. Счет, напоминаю, 14-4. Квещен дает первый минус по Словаку. Атака развивается под апленд. СНК поджимает КТ-респ. Т-респ. Невер делает минус по королю Джулин. Невер дает минус по шкиперу. Квещен дает минус по Неверу. Бомба ставится чайником. Чайник забирает одного. СНК разменит его. У Квещена 8 хп, сможет ли он что-то сделать с этим? СНК прикрыл космоса, и это 15-4. В пользу команды Исекер. Напоминаю, что команда Исекер играет за КТ сторону. Команды неправильно стоят. Делает два минуса, и бомба ставится на апленту. Хорошее открытие от VMG. Ребята контролят вдвоем почему-то яму. СНК пытается открыться через дым. Запрыгивает на будку. Делает первый минус по квещену. Чайник забирает СНК. Чайник делает минус по СНК. Сбривает его с головы. Космос все это время сидел в шкерке.
И счет у нас 15-5 в пользу команды Секер. Будет волевой раунд от команды Секер. Они хотят побыстрее закончить эту игру. Атака развивается под Бэпленд. Идут в ковры. СНК дает хороший минус на миду по королю. Денис спускается в подвал. СНК стреляет с подвалом. Его забирает Денис в подвале. Квещенный шкипер пытается открыть Бэпленд. Раскид Бэпленда. Словак один стоит на зиге. Дает первый минус по квещену. И шкипер забирает его по стрелам с ВП. Денис делает минус по неверу. СНК находит чайника под коврами. Дает хэдшот с ВП. Один в два ситуации. Не попадает по Денису. И снова не попадает по Денису. Хороший хэдшот вешает он шкиперу. Пытается диффузить. Скорее всего, он не успеет, потому что у него нет китов. Денис простреливает с головы его. Бомба взрывается. Так, счет у нас 15-6 по раундам. Атака развивается под Бэпленд. Ребята из команды Секер контролят точку Б. Двое зига, один в планту. Король забирает Невера. Пытается поставить. Чайник забирает СНК, очень забирает космоса. И космос делает минус 2. Того у него получается минус 3 в этом раунде. Пятнадцать-7 в пользу команды Секер. Напоминаю, VMG играют за Т-сайт. Король Джулиан дает минус по даку. Решает завернуться, а не и продолжить атаку через мид. Словак забирает Дениса. Шкипер разменивает Словака. Падает смоук на шорт. Король Джулиан идет ближе на стул. Дается дым в коннектор. Плохой дым от короля. Космос контролит зигу. Не забирает он чайник, оставляя ему 10 хп. Пытается пострелить вверх-вниз. СНК дает минус 2 с макс 7. Чайник дает минус по СНК. И кажется, это ГГВП для VMG. Космос промахивается по чайнику.
Чайник 10 хп, ситуация 1 в 2. ГГВП и Секер побеждают в этой игре. Хороший матч. Конечный счет 16-7.